Всем привет, друзья мои! Сегодня я в гостях у брата Валеры, в честь которого у меня помидоры названы, от которого привезены. Вот, покажу вам, как живет деревня. Смотрите, какие клумбы с цветами у них. Боже мой, какая красота! Какая гортензия красивая. А такая я не пойму, что-то две здесь, что ли, гортензии. Смотрите, и вот что-то разные какие-то они. Сейчас мы спросим у хозяев. Вот какие цветы всякие разные. Вот какая гортензия, как моя. И вот тоже. И вот еще гортензия. Смотрите, сколько. Так, а тут цветы. Включила. Покажи, покажи вон ту, которая. Ой, какая красавица. Отцветает немножко, конечно. Да. Она вот даже... А вот та-то вообще прям синяя. Да, синяя, хотя ничем не подкармливает. А смотри, вот тут-то две? Нет, одна. А почему она такая разная? Потому что вот эта первая, она уже все, видишь, они самые первые, они крупные, а которые потом, они уже не такие крупные. Потому что такая красивая. А эти вот, видишь, это самые первые, они прямо огромные такие были. Да, я думала, что их две разные. Вот этот сорт вообще самый прекрасный, это бесконечное лето сорт. Она хоть вся обмерзнет. Называется «Бесконечное лето»? «Бесконечное лето». О, видите, друзья, «Бесконечное лето» она называется. Она, если даже вся обмерзнет, она вырастет. И ты не укрываешь на зиму? Нет, я прикрываю, но ее можно прикрываю немножко. Вот, но дело в том, что она на побегах, на новых побегах она будет... Вот, груша с грушами. Ну, осыпаются, да, но все равно, смотри, какая красота. Так, а это как называется? А это лобели, да, наша цвела. Лобели уже все. А эти? Это петуни. Петуни махровые, наверное, да? Боже, смотри, да. Какая. А тоже все отцветает. А мне вот этот вот прям нравился. А сейчас вот цветочки, видишь, они уже измельчали. А вот которые были первые, они были такие крупные. А эти вообще вот разноцветные, вот такая, да. Яркая, такая она была красивая. Ты сама сеяла, да? Да, да. Сам. Молодец. Бархутки здесь погибли. Да. Это самосевки, все, что взошло. Портулаки, петуни, это все самосевки. Чуть не упала. А это... А, тут тоже все заросло. Альпийская горка? Ну, типа, да. Типа красота. Ну, тоже все, видишь, камней не видно ничего. Все заросло. Портулаки, вот это все самосевки. Один год посеял, теперь меня замучили. Ну, пусть растут. Что, вот тебе плохо, что ли? Смотри, как красиво. Вот этот синий, это все самосевки. Петуни вот это белое, это все самосевки. Ой, какая красота. Я и мучиться. Я выдергивала всю весну, а они все равно вон везде насеялись. Да пусть растут. Зачем выдергивать? А вот это вот... Вот такое. Ой, смотрите, какие перцы. Во. Ой, а много. Они покупали как острый, а он оказался сладкий. Так, еще раз, как пламя дракона? Вот так. А то мои зрители будут спрашивать, какой сорт. Пламя дракона, смотрите. Хотели для закуски острый перец. А он получился сладкий перец. Но урожайный, прям растет в открытом грунте. Рязанская область. Пожалуйста. Его тут, видимо-невидимо. Это вообще кошмар сколько. Сейчас нам нарезали с собой. Так. А сейчас я вам покажу помидорки. Вот они, мои помидорки, Валера. Только они здесь уже... О, смотрите. На верхотуре. Вот. Они не знают название сорта, а я их назвала в честь брата Валера. Конечно, они уже крупные, все собрали. Ой, вот висят, видите, какие уже все, никому не нужные. Уже наелись. По нескольку кистей. Красавцы какие. Так, а здесь какой-то у них другой сорт. Ну, тоже все полопалось, смотрите. У меня тоже есть вот такие семена. Я в этом году просто не сажала. Все, а им уже не надо. Им уже не надо. Вот так и перцы.
И перцы тоже. Ой, какие хорошие. Вот они. Вот сколько перца. Все валяется на полу. Смотрите, сколько перца. Ой, во, во. Перцы. Ох, а здесь-то какой большой. Вот они какие. В общем, все. Ой, сколько же перцев. У всех все растет. Ух, и тут красивый перец. А здесь огурцы. Смотрите, что творится. О, сколько огурцов. Всего несколько корней. Смотрите, какие интересные яблоки. О, синие. Яблонь молодая. А яблоки, о, какие красавцы. Но завтра уже обещают. Вот такая картошечка. Вот семена. Трудяги-работяги. Да. На семена-то вы еще маленькую. Большую, наоборот, на семена меньше оставляют. Нет, пускай. Она сейчас до весны усохнет, вся усморщится. Усохнет, увянет. Ага. Там знает. Да. Какая вот эта? Это королева Анна? Ага. Тетя Шур нам предлагал киви, мы не взяли. Такая. Ну, я вам, Сашке, говорю, да, в ведерочку картошку. Не, у нас свою девать некуда. Понятно. Это вот мы с Ласинского в середине брали, а это вот наша. Ну, картошка у вас хорошая, у нас намного хуже. Нам ее на 3 года. Во, а у соседей куры. А что, крапиву не щипите, куры? И вон крапива. Так они вон все вытоптали, смотрите. Вытоптали-то да. Не, они должны крапиву щипать. Это через Тишуру в огороде смотрела. У бабушки лучше там даже не было. И петушок. И туалет. Ну, я не знаю, как у мужа не было. И у нее там вот эта теплушечка была. Ну, не, они сухую, наверное, не хотят. Они хотят свежак. Ну, сейчас маленько покопаются. Свежак я им не буду щипать. Ну, да. Это кур не наши, это соседские. Со стороны двора терраски, у нее вот там какая-то, она не...